И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так на фьордах. И сегодня мы продолжим путешествовать по мирам. Я, кстати, нашел ссылку на ресурс, карту ресурсов. Причем на той, где я всегда смотрел, там нету. А вот на новой вики, которую я еще в первой же серии вроде говорил, или во второй, на ней эта карта есть. При всем при этом, она отдельная карта есть как... Общая карта, Асгард, Йотунхейм и Ванахейм, или как, Ванахейм, да? Вот, это охренеть просто, охренеть, короче, прям неожиданно, я такой, блин, просто ввел карту ресурсов, короче, и все, без шуток, карта ресурсов, фьорд, арк, карта ресурсов фьорд, или ресурс мэп, и там будет, бляха, сейчас скажу. И там будет название, так, это у меня так просто браузер запускается с ошибки всегда. Arc.wiki.gg. Без шуток. И там ресурс карта есть. Бляха-муха. И, кстати, она удобнее, она красивее, чем то, что я до этого смотрел на... Как же называется? arc.fandom.com. То есть, как бы, вот это лучше. Если я не забуду, я поставлю вам скринчики, то есть карты туда-сюда. То есть, блин, это конечно, неожиданно. Неожиданно клево. В общем, что? Здесь у меня ускорялка полета 2x. Я хочу сделать ускорялку полета 1x, чтобы не так сильно бегать, не так сильно летать на дезмоде. И что? И все, браузер закрываем, лишнее нафиг нам надо, берем 1x полет. Я здесь немножечко что-то где-то побегал, что-то где-то подобивал, я уже не помню, но вроде бы ничего такого сверхъестественного и так далее нету. Всякую фигню подобывал и не более. Нашел благодаря той карте, где цветочки добываются. Тише, там цветочек у меня теперь 700 цветунов и так далее. Так что не нужно никого лутать, там просто места, они есть. Сейчас покажу эти самые цвета. Нет, давай сразу на дезмоды сядем. И покажу, к примеру. Берем телепорт, нажимаем, если не ошибаюсь, Вандиленд. Вандиленд — это левый нижний остров. Север, да, вот примерно сюда и НВ. Вроде правильно. Кстати, да, без шуток, главное, телепортируйтесь так, чтобы никаких своих динозов не зацепить. У этого радиус огромный. Так, отлично. Да, правильно, телепортировался. У меня здесь появился новогодний ивент. Уже, кстати, да, дезможет добывать только пакеты крови. У меня тут Клаус Санта летает. И ой, как все текстурки-то прогружаются-то, господи, классно-то, как ужас-то какой. И вот здесь вот, если не ошибаюсь, около воды. Да, вот на то самое место. Таких три места. Вот таких три места. У каждого этого места есть руны. Здесь, допустим, это, если не ошибаюсь, рисунок молота Тора, два других, там уже два других рисунка, и вот здесь вокруг них просто растут цветочки, то есть вот такие вот места. Если не забуду, я вам ссылку на картинке покажу, где, блин, не забывать главное такое, где показывают. Теперь есть карта ресурсов, я могу это делать, главное не забыть. Лошара, я могу, кто может, я могу. Вот, и в общем, вот видите, добраться сюда вообще изи пешком. То есть я бы мог сюда бы изи пешком добраться, если бы вообще в эту сторону бегал. А я в основном тусил вот где-то в том районе. Вот такая вот фигулина. Да, я в основном в том районе тусил, я сюда даже и не бегал. То есть сюда можно пешком добраться. Вот Rich Metal здесь, ну, то есть большое скопление металла. И вообще просто кайф. О, вон еще рунка одна. Но мне она ни к чему, я сильно руны не стараюсь собирать, потому что коплю для всяких динозов. Короче, показал, а теперь погнали в другие миры. О, смотрите, новый динос. Кархародонтозавр, бляха-муха.
Сегодня как раз увидел, просто наткнулся, как его томить. Такой, прикольно. Прикольно, конечно. Что у меня еще около дома тусуется, это, конечно, еще что-то с чем-то. Но я его буду томить так, чтобы вот был. Но система томления, конечно, ее прикольно. Доберемся до них обязательно, посмотрим всех динцев, которые на этой карте. Обязательно будем томить, как вот Дезмода притомил. Также и будем его томить. Так, куда я полетел вообще? А, ёпта, я не в ту сторону полетел. Отлично, поставил телепортик. Я до этого ставил уже телепортик, но затупил и поставил его внутри. А внутри он считается... Да ёпта, вы жалко, погнали. Значит, внутрь. А внутри это считается пещерой. И он в пещеры, не во все пещеры, скажем так, телепортируется. И, блин, пришлось, короче, пешком потратить 5 минут, короче. А потом еще полетел не туда. Ну, в общем, я красава, что поделаешь. Так. Тормозим. Погнали. Погнали вот сюдашеньки. Как там? Ванахейм? Ванахейм, дочь там. Да, это я, конечно, гениально. Так. Я пытаюсь нажать на Е, я что-то не юзается, просто надо было двойной клик сделать. Погнали в Анахейм, все-таки первый раз я сюда именно телепортировался. По случайности подумал, что это то же самое, ну типа зеленый обелиск. Но это совсем другой мир. Классно. Погнали, посмотрим, что у нас там. Так. Телепортируемся и застреваем. Ну классно, ёпта, вы ж за ногу. Кстати, вот от такого спасает только перезаход. Я опять сейчас буду застревать в текстурах. Это, конечно, смешно. Но не так уж сильно-то и смешно. Какого хрена я застреваю опять в текстурах? Так, нет, никаких нету. Ну ладно, попробуем разбагаться. О, разбагался. Я только хотел уйти на паузу. Так. Сюда смотреть бесполезно. Сюда я только могу смотреть потом именно этот. В целом координаты не более. Но, понятное дело, что координаты уже будут совсем не те. Гамма у меня дефолтная, но выглядит все ярко из-за, я думаю, из-за луча обелиска. Блин. Не, этот мир, конечно, кайфово клево. Я просто посмотрел, подумал, что лес и лес, ну, типа, это... Типа он так и выглядит, лес? А нифига. Лес так выглядит только на специальной карте. Это, конечно, красивее, чем Асгард намного. Прям вот намного красивее, потому что вот эти вот красиво зелено, это прям кайф. Ох, сколько гачи, посмотри-ка. Ну-ка, грибочки. Грибочки, естественно, лутаются. Еще бы... Эй, ну чё ты вот это начинаешь-то, ёшкин кот? Ну... Пришли же пообщаться нормально. Так, ты у нас что? А, ты обычный камешек. Ты обычный камешек. Понятненько. Ну, просто выглядит он так, как немножечко это, необычненько. Гачи томить не хочу. Проходим мимо, не смотрим. Я не хочу томить гача. Это очень много времени занимает с ними возиться. Так, давай попробуем сгонять на самый верх и посмотреть, как это вообще выглядит сверху. А то крон дерева... Посмотрел, как выглядит сверху, вот вы видите верх. Ну, как бы логично, зачем здесь слишком высоко, но я надеялся, что хотя бы над кронами деревьев поднимусь. Но нет, не судьба. Пока что я здесь вижу очень много мелких дина. Лампадуги? Прикольно. Ой, мелких дина, господи, этих. Живочка. Спокойная, которая... Не агрессивная, вов, вспомнил. Господи. Ой, я тупить. Блин, ну здесь, конечно, не Асгард. Здесь совсем не Асгард. Здесь реально просто в трех соснах заблудиться легко. Не, ну... Не, это выглядит, конечно, как огромное дерево Игдрасиль, но нет. Огромное дерево Игдрасиль, оно огромное дерево Игдрасиль. Здесь же... интересно, что? Это просто огромное дерево. Потому что я сомневаюсь, что... А, ну так это просто обычный камень, просто он такой зелененький. Ну, это обычный камешек, не больше, не меньше.
Окей. Не знаю, на что я рассчитывал. Блин, у меня вообще все прям здесь это заманивает. Нет, обычная трава, она просто выглядит так красиво. А, я как этот, как сорока, бляха-муха, на все светящиеся. Вау, это просто кристальчики, да? Класс. Подожди, это просто кристальчики, да? То есть, вместо того, чтобы я пару часов тратить, я на поиски кристаллов, я мог зажать R. Телепортация между мирами. Ванахейм, к примеру. И вот примерно вот сюда телепортуться. И мог здесь найти кристалл. Да, классно. Классно. Я так счастлив, что узнал, что здесь кристаллов было много. Ладно, возьмем. Вот и я просто не факт, что сюда потом еще вернусь. А когда вернусь, там возвращаться долго. Короче, возьми много. Да, не хочу, короче. Погнали. Руны я, конечно, бы все бы пособирал. Но, блин. Так, с этой я уже возвращаюсь к лучу. Конечно, вот сейчас смотрю, топижар 150. Топижар, конечно, прикольно. Но первое, что у них бесит, это... вот это их не. Они прям реально... Я на Extinction не поиграл. И они меня после этого раздражают именно вот этим. Я думал, что... Как бы, ну, бог с ним, можно смириться, если что... Они же все-таки ими удобно управляют. То есть вот лево, право, вверх, вниз, назад они летят. Но после того, как... Без мода я притомил. А он летает точно так же, как топежа. Я понял, что не, я лучше Дезмода буду томить. Да, возьми много, но, к примеру, если просто без заморочек со 100%, то томится легко и быстро. Поэтому, да. Топежа, сорян. Блин. Тут все так красочно, все так красиво, все так заманчиво. Я, честно, не помню, типа, вот я знаю Асгард. Асгард это, типа, центр мира у этих, то есть, ну, мир богов, если не ошибаюсь. у викингов, типа, считается. Этот Йотунхейм это вечной зимы. То есть, это ледяной мир. И все такое. Так, подожди-ка. Здесь лучше не может быть этих жемчугов, к примеру. Вот. Йотунхейм это вечный холод, все дела, вот это все. А вот. Нету. Вот. А вот Ванахейм я вообще что-то у меня как-то. По идее, из мифологии здесь должен быть еще где-то Бифрост. Ну, хрен его знает. Но одно я точно могу сказать, здесь заблудиться прям вот по щелчку пальца. То есть ты можешь по одному и тому же месту, грубо говоря, блуждать очень долго. И вот я смотрю, по ходу дела, пещерки, это и есть ограничение карты, что ли? То есть она все-таки меньше, чем Асгард, к примеру. Потому что дальше-то я не смогу пролететь. Вверх я упрусь в потолок, а здесь я упираюсь в скалы. И это, конечно, прикольно, но не очень-то. Ну-ка, давай посмотрим. Угу, как я и сказал. О, подожди, а это... Не, это обычные кристаллы. Блин, я все пытаюсь элементальную руду найти какой-нибудь. Элемент же здесь только по идее... Если вы знаете, как... Напишите в комментариях, без шуток. Как добывается элемент? Я посмотрел только там элемент шарды, элемент руда, и все. Как такового элемента я не нашел. Ну, либо я дерьмо усмотрел, я могу. Вот, но по идее только вот это я и нашел. К ним я еще вернусь, там по идее в каких-то пещерах должен быть. Ой, еще ж надо будет еще все артефакты лутать. Ёпперисите. Как хорошо, когда не надо лутать артефакты. И как фигово, когда их нужно лутать. В небольшом количестве. Блин, здесь ресурсов много. Ну, я смотрел здесь вроде бы по этим
по Вики, вроде бы только обычные стандартные ресурсы. Вроде бы здесь никаких-то из таких редких ресурсов нету. Ну, в смысле, который ты, о, я могу это залутать. И только здесь, грубо говоря. Так, лоуринг, давай, Йотунхейм. А, нет, не Йотунхейм, Ванахейм. Здесь у нас идут обсидиан, металл, кристалл. О, черный жемчуг! Черный жемчуг. Погоди, ты где у нас? О, вот за ним сейчас и полетим. Отлично. Я, конечно, могу быть тупеньким и забыть, как это, ну, то есть отправить вам, показать на скрине, но... Ох ты, нифига себе, ты мне в противоположную сторону идти. Блин, ну здесь что-то прям... С освещением, конечно, здесь очень все фигово. Вот это вот смог долбанный, это прям бесячая собака. Меня смог вообще стал бесить. Меня, кстати, сглаживание в этой игре бесит тем, что ты смотришь вдаль, не видишь нифига. Но черный жемчуг нужен. Я Буревич тогда состряпаю себе сразу же, и все будет хорошо. Кстати, я здесь летаю. Я здесь летаю. А где у нас силикопер? А, значит, да, я так и понял. Просто я сейчас загрузил карту и показывают, что я вообще могу взлетать за картой. Ну да. То есть карта находится за картой. Вы поняли. Прикольно. То есть это немножко не ограничено параметрами карты. Кстати, погоди, вот если бы там мы были под землей на 3000 км, да? О, на 3 км, то здесь мы где, допустим, появимся? Давай каких мы скорпикошек найдем. О, давай, скорпион, вот, допустим, ты. Вот ты где у нас находишься? Блин. Так, секунду. Ну, в общем, точно так же. Вот, посмотрел тиранозавр. Он точно так же, вот, 3000 левел. И стоит наверху. Да. А, 3000 левел, господи. 3000 километров стоит наверху. В общем, как я не говорил. Но у меня идея немножко другая. Когда я посмотрел, где они находятся, я понял, что... Ну, они-то точно находятся здесь. И... Хлобысь! Где ты? Яркость врубаем. Так, стрелочка, стрелочка. О! 1500 километров. Туда сейчас и попрем. Кстати, озеро. Это не то ли озеро? А, хотя, с другой стороны, зачем мне жемчуга столько? За черным жемчугом вот и пойдем. А, это нафиг не надо. Так, вот скоробушку притомить, это да. Скоробушку хорошо притомить. 150 левел? Я не знаю, зачем мне 150 левел. Но пускай будет. Ну, вот этот смог долбанный, конечно, меня прям бесит. О, а тут хищники-то тусуются. Туп снул. Интересно, это пещера или просто кристалл? Светящийся. Так. Как томить скарабушку? Кто помнит? Кто знает? Точно, да, последний слот. Так. Так, тени летят сразу же. Так. Я знал, куда лечу. Я знал, к чему готовиться. Поэтому что? Правильно. Говнецо у меня с собой. Спасибо тебе, Дезмод. Вкидывал специально в него, чтобы знать, что у него это находится. Хопача! Большая кокуляша улетела туда, куда нужно. Еще хочешь? Ждите, пока проголодается. Он любит говно. Говноед. Не, ну, кстати, вот реально это единственное существо, которого можно назвать говноедом. И ты его не оскорбишь, а похвалишь. Там Стега с кем-то махач устроил. Интересно даже. Так, погоди-ка. Ты еще не голоден.
Погнали, посмотрим, с кем там Стега. Да что ты зацепился там, Маха, что строил? О, свинком, мать твою. Бесите вы меня, свинки. И я захавал опять электронику. Да, это, пожалуй, единственный минус у Дезмода. Он хавает электронику и превращает ее в мясо. Хреново. Блин. Ладно. Ну, кстати, ночное зрение. Ну хотя, да, я же видел, какое ночное зрение, но здесь будет явно не лучше. И вырубаем гамму. Да, явно не лучше. Ну, хотя здесь и так не сильно темно. Ну-ка, вот дефолтная гамма. Да, здесь и так не сильно темно, как в обычном мире. Так, ты хавать-то будешь или нет? Алло! Решил время не тратить пока, а сгонять сюда. Ё-моё, как тут ярко! Ну, это... Как бы я и угадал, и не угадал одновременно. Это просто тупо яркие кристаллы. Аж глаза заболели. И это тупо пещера. Ай, ужасно. Ну, здесь что у нас? Здесь, по сути, может, камешки, там, может, металл, так ничего более. Единственный плюс в этой пещере, что ее всегда светло. Всю. И никаких плюсов. Интересно, а там что у нас? Ладно. Сгоняемся. Ну и чтобы время сильно не тратить, я решил немножечко подлутать ресурсов. А что, есть возможность, почему бы не подлутаться? И заодно все скинем лишнее в богомольчика. Пускай у него будет. Мне-то оно куда? О, как у Лехи надо положить. Все, братан, спасибо тебе. Лети домой. Наконец-то. Как ты задолбал меня, если честно. Так, вот это все. У тебя с весом жопач. Ну ты, конечно, да. Так. Ну. В любом случае. Вес-то мы ему раскачаем, это понятное дело. То есть, когда его томишь, нужно смотреть на характеристику веса, да? А ну хотя, чего он 38 у него вес? Че ему смотреть туда? Спасибоч. Так, погоди-ка. Еще веса и... Влезет? Отлично. Все, лети домой. Это всю ночь его томил, ешкин кот. И... Оу! Домой улетел. Так, погнали. Погнали. Там какой-то зеленый луч был. Мне теперь интересно, что там за зеленый луч такой. Если это там, то вот что там было. А, это, наверное, просто было это сияние, я такое увидел. Хе-хе, клево. Но, блин, на рассвете что-то стало еще все хуже видно. Вот, скажем так, Асгард, он выглядел очень пустынным. Прям очень пустынным. Это прям огромная локация, где просто пустырь. Ванхейм, наоборот, здесь все прям так плотненько, все прям наставлено, все вот это вот. Здесь такой прям маленькая огражденная территория, в которой есть, ну, грубо говоря, все. Ё-моё, вы что-то с неба падаете. Интересно, что там красненькое такое? Это пыжи. А, ну это цвета просто от цветков. Там, наверное, может и зеленый это был либо северное сияние, либо от цветка был цвет. О, ускорилка закончилась. Я думаю, что такой медленный. Давай ускоримся. Так будет явно получше. Вот желтый цветок. Но здесь я не вижу построек. То есть вот если в Асгарде там было... Постройки, все дела.
Вот это должно быть пещера ядовитых этих. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Виверна. Так, о, точно, я же за этим. Прилетел. О, так выйди, я что, куда нужно прилетел? Не, никуда нужно, я прилетел куда нужно. Подожди, черный жемчуг в пещере с вивернами тусуется. Ёшкин гуд. Так, ну, во-первых, возьмем руну. Лучше так, чем потом о ней забыть. Урон естественно. Ты мясо же хаваешь? Ну, а что ты не хаваешь мясо? Кровь есть, мясо есть, что не хаваешь? Или то, что я на тебя постоянно летаю? Так. Тут надо быть аккуратнее. Эти скот... 170! Ай, серьезно? Вау! Не-не-не-не-не. Ты, главное, не плюйся. Нифига, чё они такие жесткие все тут? Не, есть, я яйцо 170-й верн найду, я его точно заберу. Но здесь 20-е. Да. Да, 20-е. Ну, как-то... Да, 20-е. Да. Виверна 170-й летают, а яйцо 20-й. Короче, какая-то... Да. Полудоносящая только 20-го левела была. Да. Так, ну-ка, яркость по дефолту, но пока что такое себе. Ну, почти по дефолту это было. Пока что все-таки темновато. Так, давай посмотрим все места, все насесты. Ну, может, реально, мало ли, вдруг. А вдруг? Но нет, и не судьба. И потом уже будем черный жемчуг. Здорово. Слушай, здесь такое ощущение, как будто пещера больше. 95-й. Так. Ну, руну придется опять лутать. Потому что... Ну, не факт, что я просто вообще буду возвращаться. Ой, 37 из 200. Ну, ладно, если что, на бабах раскачаемся. Че, привыкать что ли? Так, здесь ни черта. Блин, одно яйцо только 20-го левела. Вы серьезно? Какие левела тут только не летали, а только 20-й левел тут. Ну ёпстюдей. Это даже обидно, я бы так сказал. Ну ладно. Серьезно, просто тупо одно яйцо только 20-го левела. Но оно мне точно не нужно. Да, уверен. Ну а зачем оно мне? А так лишь может еще что появится. Так. Теперь давай смотреть координейшн. Координейшн вот где-то там. Где-то там, где-то тут есть черный жемчуг. Главное, чтоб не было виверна. О, вот он! Вот он! Вот он, черный жемчуг! Оу. А неплохо? А вот это неплохо! Вот это я нормас так залутался. Вот это я бы даже так сказал, я вовремя в Анахейм прилетел. А, это от виверночки. Ну, слушай, давай. На всякий случай коготочки возьмем, потому что, ну, мало ли что. О! А, ё-моё! Господи, я испугался. Я забыл, что он не умеет дышать под водой. Ай, я без шуток, я забыл, что он не умеет дышать под водой. Так, давай за мной, дезмод. Блин.
Блин, вот это мне... Ну ладно, ненадолго, но все-таки хватит. И все, да, получается? Да, все получается. Отлично. Лети ко мне. Ну, ко мне лети, слушай. О, отлично. Погнали. Уже под поход намного лучше удался. Ох, классно. Уже поход намного лучше, нежели был в Асгард, как по мне. Хотя нет, Асгард это там были впечатления. Впечатления просто так не купишь за 2000 черного жемчуга. Там впечатление было, конечно, о-о-о, кайф. Так что, нормально. Теперь я даже не знаю, чем меня Йотунхейм удивит, если честно. Здесь ресурсы нужны, там впечатления. Мне теперь даже интересно, что там будет в Йотунхейме. Ладно, погнали. Так, ну яркость теперь можно уже гамочку ставить на место. Ну и какие итоги я могу подвести? Карта прикольная. Ну, в смысле, вот именно вот этот отрезок карты. Красиво, красочно. Много эмоций именно вот от визуального вот этого стиля. Есть халявные ресурсы. Ну, то есть их легко добыть сравнительно первоначальные. Это металл, дерево, камень. То есть сюда прилететь через телепорт и спокойно можно подлутаться. Неплохо поразвиваться, и как бы все нормально. Что единственное я могу отметить. Здесь нет чего-то такого. То есть это просто обычная красивая зеленка. Ну а че ты вот тусуешься передо мной, козел ты нехороший. Вот. То есть это хорошая, отличная зеленка. Красиво, но быстро надоест, потому что здесь нету чего-то такого, что вот... То есть здесь можно развиваться. Да, она в колесе телепортов нарисована средняя сложность. Но я вам так скажу, вот здесь тяжелее, чем вот здесь на среднем. То есть как бы без шуток. Потому что здесь на среднем очень мало хищников. Я встретил прям очень мало хищников. Зато можно много чем подзалутаться. И ночью здесь светлее и так далее. То есть как бы даже без гаммы здесь довольно-таки легко играть. Это все. Вот реально все. Здесь только единственный плюс огромный. Это жемчуг. Черный жемчуг. Как его добываешь. Вот на этом уже. На этом уже, пожалуй, все плюсы-то и закончились. В целом, да, прикольно, красиво. Долбанный туман визуально, это прям меня бесит. Прям реально бесит. Вот, видите, сзади вот эта дымка. Вот, как будто, знаешь, лес подпалили, и он потихонечку дымит. Вот прям это бесит. Но я это не люблю. А так, в целом, красиво, здорово, замечательно. Но здесь, как таковое, заняться... По идее, нечем. Если бы на Асгарде можно было каких-то динозов найти, что-то где-то как-то, да, то есть я вот встречал там ресурсы подбывать, то здесь из таких динозов гача. Ну и, пожалуй, все. Вот, поэтому, да, ну, виверна зеленая, это, понятное дело, ядовитый. Поэтому прикольное место, но здесь вот просто прилететь, посмотреть, и хватит. Ну, а в следующей серии, пожалуй, пойдем в Йотунхейм. Посмотрим, что там. Там, я думаю, 100% будет совы, моногармы, вот это вот и все. Это прям 100%, потому что, ну, как бы, камон, Зимка. Слышь, давай ты уже отойдешь от меня. Я не хочу тебя томить. Иди нафиг. Кстати, ты какого? 150-й. Не хочу я тебя томить. Нафиг. Куда мне тебя потом ссывать? Это его притомишь, потом еще нужно будет собирать с него дроп и так далее. А, не хочу. У меня ресурсами проблем нету. Такая вот фигня. Ну, я на этом, короче, буду с вами, пожалуй, прощаться. Говорит, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, голосовать, лайк, комментировать, и, конечно, делиться моими со своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока. Говорю пока!
козел опять перекрыл экран.